В выходные дома не сидит, а спешит на морозный свежий воздух, чтобы успеть запечатлеть зимнюю красоту. Александр Ивашко родом из Белоруссии. К снегу относится с особым трепетом. Настолько все красиво красочно, что я как художник, ну, не могу я на это смотреть равнодушно. Там не пугает ни холод, ни зима. Вот выйти хоть холст испачкать, дома доведешь. Ведь на морозе и кисти стынут, и краска густеет, но зимние пейзажи того стоят. В Успенске я выезжал специально утром. Есть такое время дня, вот зимой, летом, неважно, когда вот вроде чуть светает, еще на колокольный свет, еще колокольный звон можно утром услышать. Вот это, поймать вот это состояние, это как вот на море луну писать. Написанные с любовью снежные картины художника дарят тепло. Почувствовать это теперь смогут все желающие. В дни декабрьских снегопадов и морозов Одинцовский историко-краеведческий музей открыл выставку пейзажей Александра Ивашко под названием «Колдунья зима». И на работах мы тоже видим и снег, и красивые пейзажи, и чудесные архитектурные творения. А у нас здесь тепло. Тепло, потому что искусство всегда греет, искусство всегда радует, и искусство не дает людям унывать. А еще развивает память. На многих картинах можно увидеть достопримечательности и храмы Одинцовского округа. Все места еще узнаваемые. Вот помимо вот этой атмосферы, которая сложилась, мы еще ходим и каждую работу смотрим. А вот где мы были, а как это, оказывается, выглядит зимой, а как вот эта работа, а как эта работа в сумерках, ага, здесь мы приезжали. Поздравить коллегу и друга пришли художники народного коллектива «Этюд», родные и близкие. Искренне удивляются, когда он все успевает. Сам художник уверен, зимой красота повсюду. Главное – не упустить момент. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».